человек. Кадавр так делает. А же нет на руку так? Есть, есть гели еще специальные, которые вот не замасляют волосы, именно для плетения тоже используют. Я вам сейчас найду вам, когда мы перейду к продукции, я найду вам и скажу, хорошо? Не, не, нормально, все. Да. Давайте я так там сюда спущусь и вам буду все уже показывать. Александр Алексеевич, может микрофончик, чтобы ближе продукции было? Смотрите, также у нас есть... Да, наклоните. Слышно так? Да. Также есть еще вот такая продукция, как хтомоэнергетический комплекс, ХЭК, скорочено. Для чего он существует и куда мы его можем добавлять? Здесь 10 ампул. Мы можем добавлять краситель Essex на 30 грамм краски, на 60 грамм краски одна ампула. Запишите себя. Хромоэнергетический комплекс, либо три буковки. ХЭК. ХЭК. На 60 грамм красителя одна ампула. В краску Deluxe мы можем его не добавлять, потому что он и так уже туда входит. Также можем добавлять, когда мы работаем с пудрой, на 30 грамм пудры одну ампулку. На процесс окрашивания не влияет, на процесс осветления пудры также не влияет. Это идет как ухаживающий комплекс за волосами. На сколько грамм пудры? На 30 грамм пудры одна ампулка. Так, чтобы немножко отдохнули, расскажу маленькую историю по поводу ХЭК. Когда я пришла работать в компанию Estelle, мне рассказали очень такую дивную историю, как вообще его делают. Один раз в году все сотрудники компании Estelle, в основном технологи, едут на море, ловят крабов и везут в лабораторию в Питер эти крабы. Там из панциря достают этот хромоэнергетический комплекс, который добавляется в эти ампулы. Вот так один раз в году мы путешествуем, чтобы создать этот витамин для волос. И я после этого услышала, я хочу быть технологом в Эстель. Ловить крабов. На море поехать. Либо на море поехать. Ну, вначале же нужно сказать, что да, такое же взяли. Хочу ловить крабов. Есть вопросы по ХЭКу? Кстати, еще вы можете советовать своим клиентам его домой. Это как будет ваш дополнительный заработок. Больше уже преподавателям. Вы, можно советовать добавлять для себя, можете, в шампунь, маску и бальзам. В шампунь не добавляют. Да, в маску и бальзам мы также можем добавлять. В основном хорошо очень маску добавил, там 15 минут походили, смыли. Волосы будут намного шелковистее, такие приятные и ухоженные. Сама пользуюсь, мне очень нравится результат после этого. Достаточно два раза, один раз в две недели сделать эту процедуру достаточно. И когда вы даете этот продукт домой, еще одна история. Обязательно рассказывайте, как им пользоваться. Извините, ваш хэк. Мы говорим, что такое? Я уже что хочешь делала. У меня после него только вот изжога и диарея. Человеку не объяснили.